Мы с вами забыли, может быть, о ком-то сказать, пока есть некоторые возможности. Мы о женских, судьях. Там тоже работает Любовь Бурда-Андрианова. Она в полной мере, она еще плюс ко всем своим функциональным обязанностям является членом Международной федерации гимнастики. А здесь она, естественно, направляющая фигура в судействе женского корпуса. Ей помогают в поле Вера Киришова. И, по-моему, все. Да. Вот это среди женщин. Всем тоже огромное спасибо. А я, наверное, буду права, сказав о том, что вот этот грандиозный чемпионат, он все равно большого масштаба. Пусть это будет 35 стран, пусть это будет называться чемпионатом мира, но вот организация до мелочей, особенно ведь подводят мелочи. Вот по большому счету вроде все сделали, а где-то кого-то не достретили, кого-то не так проводили. Где-то не подкормили. Что-то не подкормили, или вдруг не подали машину какому-нибудь тузу. Вот, вы знаете, вот придраться не к чему. Ни одного какого-то резкого выражения. И я знаю, потому что видела, как коллектив Федерации гимнастики напрягался. И вообще они еще пока не имели ни одного выходного проходного. Но это правильно. Они максимально стараются оставить хороший, теплый след от России, от того, что мы высокие мастера проведения серьезных стартов. Так что им особо большое спасибо. Безусловно, это проходило не без внимания Московского спортивного комитета. Мы видели, открывал соревнования министр спорта Москвы Воробьев, не без внимания Министерства спорта России, и уже который раз присутствует Виталий Леонтьевич Мутко и Колобков, его первый заместитель. Так что это очень все приятно. И констатировать, и говорить об этом приятно. И вот Анастасия, ой, Ксения Афанасьева уже представляет финалистов. Вот еще кто опять, она нам тут будет. Да-да-да. Мешать? Вторая квалификация, а как же, у нее хорошая программа на вольных. И снова красивая, это Шарлотта, или как правильно? Карлотта Ферлита. Карлотта Ферлита. Собственно, разминка сразу будет. Ну, разминки сразу не будет. Будет. Да, Кристина Санкова, представительница команды Украины, будет начинать. Что было с квалификацией, почему Анастасия Гришина, давайте напомним, должна была быть Алия Мустафина. Алия Мустафина. Три наших девушки квалифицировались, ну как, квалифицировались две. То есть три девушки заняли первые четыре места. Возможность получили быть в финале, но напоминаем суровые условия международного протокола, что не более двух гимнасток на снаряде и в многоборе. Раньше хотя бы разрешалось в многоборе не три человека, и этот они убрали. Ну, все это делается для того, чтобы более широко представить географию. Подтягивая физкультурников, называется. Да-да. Кристина Санкова, Украина. Вольный длятся минута 20, не меньше. Не добор во времени, перебор во времени. Просто минус 0,1. Стандарт ляг. Двойной твист. Неплохо. Шаг назад. К сожалению, это большая ошибка. Девчонки здесь умеют это обыгрывать как раз. Но этот шаг 0,3. Вы знаете, до чего федерация дошла сейчас? Удара в переход, рандат фляг, 2,5. Дошла. Вот шаг этот, чтобы в 0,3 отличить. Маленький шаг шире, больше, шире ширины плеч больше. Большой. Уже 0,3 минус. Будет называться большим шагом. Оп, ее толкнуло, как здесь. Подышать немножко, восстановиться перед диагонали. Это очень разумно. Хитрый хореограф. Конечно, это очень... Дело мастера боится в каком плане. Надо так композиционно построить упражнение, чтобы девочка имела хоть какие-то возможности где-то вздохнуть, поднабраться перед следующей акробатической связкой немножко силенок. Двойное согнувшись. Ну вот, не получилось. Да. Вот, смотрите, она и дышала усиленно, как-то я уже не перебивала заметно назад. Вроде готовилась, ощущение, что сильно подсела и не очень верила в удачное исполнение, что она и нам показала.
Ну так вот, и сейчас, возвращаясь к российским гимнасткам, то есть Афанасьева стала по итогам квалификации первой, Мустафина да. третьей, Гришина четвертой. Угу. Минус один человек, соответственно, это должна была быть Настя Гришина. Но я так понимаю, что тренерским штабом было принято решение поберечь Алию. Да, за ними права, и они это сделали. Ну вот, и они ее заменили. Вот в перспективе там в белом костюме Виктор Разумовский, это сегодняшний тренер Анастасии Гришиной. Он работает в паре с Ириной Разумовской, со своей супругой. И тот, и другой в молодости были очень достойными гимнастами. Так что и у них уже за плечами подготовка девчонки олимпийской гимнастки, чемпионки Олимпийских игр в Сеуле, это Лена Шевченко. Наступишь, да, не поймешь. Вот 12... И 866 да, при базе 5,7, конечно. Это очень низкий результат, который ее, конечно, откинул назад. Ну да, учитывая, что она открывала соревнования, да. здесь результат будет совсем-совсем нехорошим. Ну а у нас вольное упражнение Анастасии Гришиной. Давайте-ка посмотрим, что здесь покажет Настя. Здорово прошустрила на повороты, просто супер красиво. Молодец, 80, пятку отлично. Нельзя пускать. Так, к сожалению, тут набрала немножечко ошибок. Два с половиной. Заключительная диагональ. Пошла, 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 пошла. Стоять! Ну, слава богу. Все. Ну, зримая грубая ошибка после трех троек, пожалуй, одна. Такая вот, которую все правильно. Увидели. Ну, и некоторая ошибочка была после первой линии. Помнишь, она шаг шагнула? Угу. Там, да, ну, там, молодец. Она, да, да, да. Где, там-то молодец. Она его еще обыграла. Ну, хоть как-то так быстренько лапки поджать, ну, может, молодец, не увидит. Умничка. Она все-таки, вы знаете, она очень волновалась в первый день квалификационной. Прямо скажем, не очень удалась. Сгорела. Выступление. А ну, так ну, вообще она сегодня, конечно, умница. Да, первая диагональ действительно сильная. Сейчас глянем, что у нее было. С результатом в квалификации по трудности база 5,8. Да. Ну, конечно, да, не Ксения Афанасьева. Но, с другой стороны, не так далеко от Иорда еще. Ладно. 5,8 трудности, да, у Ксении у нас 6, по-моему. 6,4. 6,4, да. Там догонять, это хорошо, кто хочет. Это хорошо. Ну, ничего. Вот здесь у нее, конечно. Вот здесь зримо. Зримо, грубо, весомо. А вы знаете, я думаю, что еще мало попыток на этом настиле работает. И отбило ее так сильно, там она не справилась. Но тренировочные, по-моему, они же такие же. Такие, но это там, а еще надо в зале иметь такое. Вот, я про зал как раз. Наверное, я это предполагаю, я не могу же так. Ну, вот видите, улыбается ее тренер сегодняшний. Ну, предыдущим тренером был Зеликсон. Он тоже здесь в зале. Не будем разбирать, по каким причинам. История жизни, вообще жизнь всегда сложная штука. В спорте не легче. Местами труднее. Ну да. Я так пытаюсь эту мысль переварить. Да, да. Переваривай. Местами потруднее. 14,233. 8,433 за технику. Но здесь, да, здесь было за что, к сожалению. Да. Подъезд немножко. 14,233. Ну, безусловно, конечно, она выступила лучше украинки. Но здесь конкуренток еще хватает. Да, да. И вот и первая. Джулия Штайнгрубер, чемпионка Европы в опорном прыжке. А как мы с вами уже замечали, прыгаешь опорной, смотрите ее акробатику, и все, и вам станет понятно.
вот она выходит, ее как будто бы держать только надо. Сейчас как включит мотор, и так ее в небе ее лови. Понятно? Это мальчишки не делают. Два ланжа, два сальто назад прогнувшись, в одном из них пируэт. И как достойно, как и еще раз. И выход одной ногой. Но она не зря. В общем, золото взяла. Подожди, я объясню. Это она отпахала и отработала в таких хороших две акробатики. Теперь ей надо показать гимнастику. А она не менее трудна, особенно для нее. Поворотик надо абсолютно. Вот теперь она пошла пятками. Да-да-да. Уже куда там хореография? Ничего, она с этим мало знакома. Хореография? Ну да, что-то слышали, Анастасия. Вот не хватает, все есть, не хватает элегантности. Какие, конечно. Какие прыжки, какие поворотики, пока я не видела, за что ее можно будет прихватывать. С этим она справляется еще раз. Еще раз. А бесшабашность, понимаешь, ей тесно. Ну, давай. Вот ей бы только одну акробатику делать. Или, наверное... Ну, это можно в акробатику ходить смело, да. Там на дорожке, ради бога. Тебя никто танцевать не заставляет. К сожалению, акробатика пока не олимпийский вид, а для Швейцарии она, безусловно, находка. Она уже чемпионка по прыжкам Европы. Вот как. Понятно? Ну, акробатика. Акробатика, да. Вопросов нету. Мощнейшая программа. По американскому пути пошла. Танцевать мы не умеем, зато акробатику долбить будем так, что, как надо. Да, что никто к нам и близко не сможет подойти. Ну, ее прихватит за два выхода. Благо есть за что. Еще кое-что. Но это все так, скажем, по мелочи. Безусловно, она оценкой обойдет нашу Настю. Ну, трудностью как минимум. Что у Штайнгрубер был? Трудность, это не, видно невооруженным глазом. Ну а что у него? Квал 5,9? Нет, ну она пойдет по оценке. 9, раз, два. Ох, здорово. Здесь вообще, вот смотрите, она сделала шаг назад. Это 3 десятых и выход за ковер 1. Еще 4. Десятка. 4 десятки в одной диагонали. В одной этой точке, да. И еще она один раз так же подобно сделала, да? Вышла за ковер. Ну у нее полбалла только выходами. Сразу. Не умещается. То не получается, мощи-то хватает, а здесь чувство пространства тоже штука важная. Я жду, когда же девчонки. Ну, я думаю, что при развитии именно спортивных снарядов, вот в той прогрессии, в которой это происходит, последние лет 10, наверное, скоро трешки начнут делать уже потихоньку. Да, когда вот такой вот подспорье еще сами настигли, вот эти для вольных упражнений, это замечательно. И так мы видим. Вот посмотрите, что это показала гимнастка. Я такого парня не назову. Винт-бланш. Винт-бланш это... Тот элемент, за который редко, и благо она его исполняет действительно хорошо. Она здорово показала. Она здорово действительно все на сделала. Хорошем техническом уровне. Ну, в напряжении. 14-1. Так. Трудность 6 баллов, а техника 8,3. И, ну вот, 2 пенальти, ну да, что. Техника 8,3, вот она вся ее. Так, вот теперь идут... Булимар, вот, да, смотрим, Булимар. Смотрим, и ваша Леди Гавриловна присутствует, несоответствие музыке тому, что показывает гимнастка. Опа. Два бланжа, а здесь вот чистенько. Да. И вот сейчас шажок уже был не на 0,3. Во-первых, она почти стояла, а потом так как бы так. Понятно? Да. Ну, шпагатика нет, мы тоже видим это. Видите, какая музыка быстрая? Она же ничего в этот момент не делала. Вот они хитрят они. Блин, сзади не стоит все равно. На зубах, правда? На зубах. Они просто вбивают гвозди. Они, понимаете, если посчитать наших на приходах, мы по паре баллов отдаем конкуренту. Вот все время нечеткое приземление. Яма, помимо того, что вроде работает на снаряде неплохо, а в приземлениях просто вот так за даром отдаем конкуренту. Смотри, сколько музыка набурлила. Она стоит. Давай, ну, согнувшись, но здесь есть шажочек. Пожалуй, все. Хореография чудовищная. Ну, вот ничего, нет, не хочу ее говорить. Она отсутствует. Да. Она отсутствует. Но убеждает, убеждает такое четкое или вообще, не знаю, какое-то вот, без сомнений исполнение акробатики. Вот и... Ну да, ну вольные здесь не одной акробатикой. Здесь уже столько было копий сломано о том, что это все-таки такое.
Здесь можно снимать три десятки. Но это мое личное мнение, сугубо субъективное. Потому что человек танцует одно. Дима, не только три десятки ей снимут, но все равно она сейчас будет впереди. Танцуем одно, показываем другое, в темп не попадаем, акробатику делаем. Ну, молодец, что ты еще скажешь. Вот не нравится. То есть, смотри, она вторым бланшом идет выше. Вот начинает один бланш, но сейчас уже другая акробатика показывается. Здесь прошла полтора пируэта в переход. Полтора и еще два. И рандат фляг. Двойной сальто. Да. Ну, не слабо все, правда? Да. Нет, у нее хорошая акробатика. Хорошая. То есть она ничего-то прям вот сверх прыгает. Но это акробатика высокого уровня. Здесь спорить-то не надо. Конечно, Дима, абсолютно согласна. Я просто задумываюсь, думаю, ну, что же, как же это сделать? Что? Ну, как же это сделать, чтобы пожестче нашим быть, понахальнее в исполнении? А, ну, это Петя говорил. Ну, сейчас у нас еще есть Ксения Афанасьева. Которая готовится, к слову сказать. А что у Булимар по оценочке? Вот, 14 533. 5,8. Да. 5,8 трудность, но вот ей за технику ставят 8,733. Ну да. И сейчас идет Ксения Афанасьева. Абсолютно верно. Ксения Афанасьева. Сборная команды России. 5,8. А у Ксении у нас... 6,4. Но ей это надо сделать. А, так это надо, да. Трудность можешь поставить любую, иди сделать. Да. А у Штайнбрюгер, ты говорил, трудность какая была? 6. Ну, Штайнбрюгер уже 3. Ладно, извини, я уже ушла. Все. Молодец. Привет, а с темпа, хорошая вот связка. Вот так надо. Даже Октавия загрустил, там стоит. Молодец. Вот эта противная трудная связка по тютюде с поднятой ногой, и она с ней расправилась. Стоять. Молодец. Хорошо пошла. Она еще в связке их делает. А, это же борьба за жизнь. Она же оставляет высокую трудность. Вдох, выдох. Пошла. И стоять обязательно. Все. Ну, первое. Она трудность у всех съест. Но все, блестяще, да? Всех убедила, что все-таки русская школа, она красивая школа. Если мы только что смотрели с румынкой и сошлись на том, что с хореографией они мало-мало знакомы, то здесь все показала. Но, к сожалению, тут есть уже моменты, будут судьи за что-то цепляться. Ну, конечно, будут. Но красота... Вот первые две линии – это такая заявка, это такая красота. Вот сейчас пируэт. Темп. Она ведет как летит в эти пируэты, вращения. Раз, считайте, два, считайте, три. Считайте. Стою. И чудно. Вот это было просто вступление мощное, красивое. Она рослая, прыгучая, с претензиями вообще. Вот просто в данный момент она шла ва-банк рассчитаться со всеми высокими, маленькими, низкими, хорошими, не очень хорошими. Да, шестая на Олимпиаде в Лондоне, четвертая была в квалификации. В Пекине она выступала. Нет, она была в серединке на чемпионате мира с чемпионкой. Да, это на все выход. На вольных упражнениях, да, в Токио, да. Чемпионка мира. И согнувшись, и вот здесь надо встать. Оп! Ладно. Пошли дальше. Вот, нет, все нормально, она свою, Настя, она свою программу Ксению, сделала. Ну, немножко подождем оценки, потому что тут оценка все-таки складывается с массы всяких нюансов. Неприятностей. Причем мне понравилось. Вот это выступление. Это не набор акробатических диагоналей.
которые вот исполняют сами по себе, а дальше я какой-то хореографии их размешаю. Нет, здесь видно вот так именно Международная федерация это диктует. Обязательно не увлекайтесь только одной акробатикой, показывайте гимнастические связки, повороты, прыжки. Вот мы с тобой разговаривали, Штайнбергер. Ее не заставь делать гимнастику, она будет тогда летать, тоже не поймаешь ни за какой хвост. Но все-таки вольное упражнение, это не чистая акробатика. Здесь Ксения показывала повороты. Первую линию прям без ошибок, во второй, но я буду помолчать, потому что пусть поставит оценку судьи. Поставит оценку судьи. Исполнительски, безусловно, она понравилась. И тут невооруженным глазом видно, что она красивее, красивее всех. Тем более, что впереди еще все-таки конкурентка Лариса Андрея Ордачи. Ордачи, да. Вот сейчас будет очень много зависеть от того, что же поставит Ксения. Ну, сейчас не буду ничего говорить. Может, как долго выводят они, елки-палки. Вот так, что там без балла? 6,3 база, 8,866 техника. Да, здорово. 15, это все, это заявка пока. Но все-таки, милые, дорогие поклонники, давайте дождемся и Ордачи. Все хорошо, пока все хорошо. Вот еще, правда, между испанка Роксана. Оксана, которая... Недолеску. Да, недельку. Да. Ту самую. Вот видите, она сделала поворот, ее шпанула в сторону. Ошибка. Не менее чем 0,3. Казалось бы, простая гимнастика. Пируэт задняя лучше, чем поворот сделала. Ну, на ней легко разговаривать. На своих не хочется. На своих не хочется, да. Под руки, под ноги. Два фляга, двойное сальто. Хорошо. Хорошо. Фляги, топовые фляги. Двойное сальто закончила. Она так красота, красиво смотрится, так работает. Вот прыжочек, шпагате. И так. Вот поворот. Надо не опуститься на пятку. Она опустилась. Вот до того момента, как она опустилась, все, дальше уже не считаются градусы. Значит, если она претендовала там на 1080. Да, а засчитает только 720. Вот почему долго ждали оценку Ксении. Как засчитывается? Нет, мало ли кто там как посмотрел, я не знаю. Или кто что увидел, в конце Или концов. Или тот, кто что увидел, да. Вот это такие вот эти противные штучки, за которые... Да, фляг 2,5. Акробатику хорошую, заметил? Акробатику сейчас делают практически все. Почти все, да. И вот поэтому и заставили помучиться, извините за такое слово. Ну, после Лондона надо было что-то менять в плане именно вольных упражнений, потому что, ну, что... Значит, можно набрать акробатов, которые с темпой здесь натрешь. Нет, с акробатикой она на «ты». Она просто легко-легко. Немного ей мешали эти прыжки, повороты, вот эта вот ерунда ей мешала. А с акробатикой она рассчитывается как хочешь. Ну да, вот раз за разом это мы все-таки, знаете, с вами, Лидия Гавриловна, да. Именно к этому и возвращаемся. То, что вот в вольных упражнениях, это вот сугубо именно субъективно судить надо сурово за то, что человек показывает в плане хореографии и гимнастики. Правильно. Акробатику ее и так как бы видят и разобрали уже всю на свете. Да. А в такой период наступил, что увлеклись акробатикой, стали делать не по 3 акробатические линии, а по 5. Ну, во всей линии, только акробатика. И совсем потерялась хореографии. Вообще сама суть вольных упражнений, да? Вот самое главное, сама суть вольных упражнений, она не в акробатике здесь. Конечно. А в композиции. Сочетание всего, всех компонентов. А именно в композиции. Голая акробатика без этого, конечно, это красиво, но при чем здесь вольные упражнения? Да, немножко другой вид. Тогда просто другой вид. Мы знаем отдельно выделенный вид спорта, который чудеса творит в акробатике. Просто чудеса, по-другому я тоже не могу сказать. Но от них не требуется... Никакой хореографии, да? То, что надо сделать сегодня в спортивной гимнастике, девочка. Ну, ждут они оценки. Оценка будет, безусловно, неплохая. Я не знаю, какая у нее база. Сейчас обратимся, назад? Ну, попробуем. В квалификацию. Чтобы опередить судей, давай. Ты смотришь эту недельку. Да, недельку. У нее 5,6 база, техника 8,1. Ну да, то на то 7-8 места. Значит, будет меньше, чем у всех предыдущих. Оценка будет меньше. 13,9, 5 результат. Все в порядке. С этой девочкой мы расстались. Следующий у нас пойдет... Ордачи. Вот она как раз. Вот она как раз сейчас-то и пойдет, основная вот давайте, конкурентка. А какая у нее трудность была? Была у нее 6,1. Она наша проигрывала. Афанасьева Ксения 6,3 сегодня показала. Давайте посмотрим. Афанасьева.
Побежали. Вот уже ошибка. И большая ошибка. И было просто первое заднее, если я от испуга, от напряжения неправильно расценила. Нет, правильно это было. Спочек. Так, снова первое заднее. Да, два санта. Я вообще потенциально хочу посмотреть. Она способна сыграть с акробатикой, это она справится, я не сомневаюсь. А чего она все-таки летит? Длинненькая, и она сильно подросла. О, молодец. Молодец. Ну, если мы сегодня столько говорим с вами о хореографии, здесь тоже приблизительное отношение она имеет к этому явлению. И вы знаете, подскочила чуть-чуть, это ошибка в повороте. У меня такое ощущение, что она, естественно, видела исполнение Афанасьевой и уже немножко разнервничалась больше, чем надо. И, как бы мне думается, заведомо уже отдала ей пальмики. Сальто она сама у себя украла здесь пару десяток. Ну все, она молодец, слов нет, замечательная гимнастка, но Ксения Афанасьева была лучше. Вот вы знаете, когда выступают наши вот девчонки, да я сейчас не беру, там, потому что я болею за наши, а потому что у каждого выступления свое, вот именно выступление на вольных упражнениях, собственное даже, наверное, не столько лицо, сколько почерк. Правильно. Почерк, как ты умеешь себя в том числе и преподносить с точки зрения увязки вот этой хореографии с акробатикой. А вот, ну, не то, что все остальные, но большинство, назовем это так, те, кто упирают на акробатические элементы, ну, у румынов традиционно была беда с хореографией, это как бы на этой ситуации не изменилось. Они какие-то безликие получаются. То есть вот вроде видел, а вспомнить нечего. Да, ждем все оценку. Все очень уверены, то есть это напряженно ждем оценку в любом случае, потому что мы себе поставили вместе с вами, дорогие зрители и поклонники гимнастики, что золотая медаль на этом виде должна остаться за нами. Подписывайтесь под каждым словом. И мы решить должны с вами вместе эту задачу. Правда, некоторое напряжение. Ну, ты хороший. Ну, честно вам скажем, она очень хорошая. И рядом с ней стоящая маленькая Булимар тоже хорошая. Но наши тоже замечательные девчонки. Поэтому открывайтесь. Все в одной позе застыли, весь зал и весь... Да, все смотрят, но сейчас судьба золотой медали решается только по-хорошему. Только детские груднички, так и слышу, голоса плачут, а все замерли. Когда же вы решите судьбу? Йордаш. Я называю это именно на английский манер. По-румынски я, честно говоря, не знаю, Йордаш. Как я называю. Почитать, и по-немецки можно прочитать Йордаша. Или Йордаш. Ну, вот. Когда я услышу от иностранных комментаторов правильное произнесение российской фамилии, вторая. Ну, нормально. Она по базе и проиграла. Нормально. И по базе, и по технике. Да нет, она и насколько отскочила. У нас же 15 было. 15,2 почти, а тут 14,7. Все нормально, товарищи. Все пока хорошо. Заключительная участница вольных упражнений у девушек в отдельных видах гимнастического многоборья день второй, а соревновательный день третий, соответственно, Карлота Ферлита, представительница Италии. Ну, все-таки должна сказать, что в финале хорошая исполнительница, безусловно. Все уже показывают достойную акробатику. Так скажем, акробатическая подготовка у всех на первом месте. А вот все остальные компоненты, которые должны быть обязательными для вольных упражнений, у всех по-разному. И делают их далеко не все. Ну, мы отмечали ее, кстати, еще в упражнениях на бревне, как она работает. Нет, мы ее уже обратили, то есть мы на нее обратили внимание уже как гимнастку заметного ранга. Ну, есть недочеты, если бы их не было, она была бы впереди. И хорошо, что они есть. А так она хорошую изображает массов. Ну, вот это, кстати, то, о чем вы заговорили, только что, Лидия Гавриловна, это вот когда появились 5 диагоналей, которые стали прыгать, вот и все. Если у тебя трудности нет, которые ты акробатикой набираешь, в любом случае, не будет база, и ты утанцуйся. Сейчас пошла обратная тенденция, на мой взгляд, это правильно. Ну,
что заключительное, двойное согнувшись. Ну и все. Умница. Вот умница. Работала. Хороший, крепкий, средний уровень. Ну, она останется там где-то подальше. А пока я должна все-таки уже еще раз обратить ваше внимание. Ксению можно поздравлять. Ксения Афанасьева, потому что она абсолютно точно золотомедалистка чемпионата Европы на вольных упражнениях. И, безусловно, надо обязательно поздравить ее тренера Марину Назарову, Набокову, Гайдарову, акробата, массажиста, тренера, старшего тренера сборной женской Евгения Гребенькова, старшего тренера всей сборной Андрея Федоровича Родионенко вместе с Валентиной Александровной Родионенко. Всем огромное спасибо за подготовку таких девчат хороших, которые сегодня принесли нам золотую медаль. Как бы на чемпионате мира, то есть Европы, простите, поставили восклицательный знак в нашем признанном виде спорта, наговоре вот гимнастическом. Это вольные упражнения. Они всегда традиционно считались российскими. Потому что нет красивее девчонок наших. Все тут. Ну да, и кто там по личкам сказал, что они самые красивые? Да. И, естественно, она из Тулы, из города Тулы. Но и выступает она сейчас из-за Подмосковья. 216, пятый итоговый результат у Карлоты Ферлита. Так она что, обошла или ровно получилась? Да бог с вами, вы что? 14-216. У Иордачи 14-733. У Булимар 14-533. И у Гришиной Насти 14-233. Иордачи никогда не может быть пятый хотя бы, да? Ну, вот радующий глаз табличка. Еще раз давайте порадуемся. Ксения Афанасьева первая, Лариса Иордачи вторая, Диана Булимар третья, Анастасия Гришина прибавим, Настенька прибавим, будем выше. Все, их хватит, остальные не обязательно. Да, остальные здесь уже, как вы говорили, наговорите массовка. Ну, Ксения на самом деле справилась со своей программой. Вот как раз вот сочетание того, что в принципе является идеальным вариантом для практически любого снаряда. Самая высокая трудность. И хорошее исполнение. Нет, Ксения отчиталась и как мастер, большой мастер вольных упражнений, как капитан команды, она у них и повзрослее их всех. И поопытнее, да? Поопытнее, да. И просто очень такой высоко понятой задачей, что от нее требуется, и она сегодня это сделала. Вот, посмотрите, какая красота. Какая высоченная акробатика. Сейчас она в пируэты, по-моему, войдет. Да, фляг и тройной вид. Два, три. Чпок и на ногах. И причем хватило и высоты, и видела приземление. И то прыжки есть... вот как надо кольцом шпагат показать, а не там полураствор какой-то. Ну, здесь вот эта вот вся ерундистика, с одной стороны, кажется. Ага, кажется. Но она, к сожалению, к ней надо очень серьезно относиться, потому что здесь как раз и работают судьи на сбавках. 2,5 винта в темпе бланш. Здесь чуть-чуть попрыгал, но хорошо замаскировала. Выше всех трудность, базовую трудность вольных упражнений. Сегодня ей зарегистрировали ее в 6,3. Угу. И двойные согнувшись, и хватит. 7, теперь только. И вот и Иордачи. Тоже прыгушка, тоже хороша. Вот она забралась как высоко, но здесь сейчас потеря небольшая, а во второй фиаско, по-моему, большая. Ну, и здесь, если судить именно акробатический элемент за вот эту вот группировку, цирковую, как ее называют иногда еще, с подхватом под бедро внизу, не за голень, а именно под бедро. Как, вот она закручивается под колено, под бедро. Вот. Тут тоже очень много вопросов. Очень много. Сейчас. Вот уже я... И Булимар. Булимар-то, кстати, понравилась. Очень понравилась. Она более чистенькая сделала. Да, акробатику она чище сделала. Но сейчас уже на пьедестал почета приглашается Диана Булимар. Запоминаем. Вот этих девчат надо запоминать, потому что они воистину будут серьезными конкурентами и впредь. Это те же, ко всему прочему, кто приедут и на Универсиаду. И это абсолютно те же, кто приедут на мир. Лариса Иордачи. Точно ее мамочка с папочкой назвали в честь Латынина. И предполагает тоже сделать рекорд. Но мы помешаем ей добиться этого. И наша красота. Чемпионка Европы года 2013. Ксения домашнего чемпионата Европы. Да, Ксения Афанасьева. От души, от всей души. Весь телевизионный вообще масштаб зрителей. Все тебя сейчас, Ксенечка, поздравляют, потому что ты очень хорошо поддержала авторитет российской гимнастики. Получила золотую медаль. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо.
Все сегодня оперативно. Итак, у нас впереди остался только один вид многоборья. Это мужской, очень красивый, под названием «Перекладина». Ну, сейчас еще приятная часть для спортсменов. Государственный гимн Российской Федерации. Это гордость. Процедура. Приятно еще лишний раз посмотреть на то, что Ксения сегодня сотворила. Сотворила сама, безусловно. Здесь, на Европе, она своим конкурентам, конкуренткам, если быть совсем точным, шансов, в принципе, не дала ни малейших. Отставание Ярдош от нее за 0,4. Ну, а Вульмара того больше. Анастасия Гришина, 4-е место, но здесь, безусловно, мы уже об этом упоминали, в том числе накануне, здесь есть куда расти. Есть чем расти, есть и данные, и есть, возможно, есть характер, самое главное. Настя на этом чемпионате Европы, наверное, показала самое вот главное, что должно быть у спортсменки, помимо того... Характер. Было видно, насколько она нервничает, да, насколько боится, но человек, который сумеет справиться со своей нервной системой в том числе, выйти и отработать, как умеет... Они все ребята сегодня справились. Мы вспомним сейчас опорный прыжок. Как они там сыпались. А смотрите, девочки, у нас сколько завоевали уже золотых медалей. Мустафина абсолютное первенство, Мустафина брусья, Афанасьева вольно прыжок.